Привет, друзья! Мы начинаем новый проект. За этим гаражом скрывается очень интересный автомобиль, за которым мы долго охотились, искали. И сейчас мы вам покажем, что это за машина. Сейчас мы будем пытаться ее оттуда вытащить. Она очень долго тут стоит, целых 11 лет. Ее никто не трогал, не открывал этот гараж. И мы первые будем заходить сейчас в этот гараж и покажем вам за автомобиль. Поехали. Готовы? Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Сколько она здесь стоит? Чья она была? Откуда приехала? Эй, ты прямо озадачивал. Ездил директор поршневых колец с личным водителем. Два года они проездили. Небольшое ДТП впереди было. Да, там... Ее перепродали человеку. Человек купил донора, поставил оригинальные запчасти на нее, подкрасили. Поездил на ней, он там тоже, не знаю, 3-4 там года сколько. Продал ее, и 11 лет она стоит в гараже. Ее взяли под реставрацию, но да, у человека не получилось со здоровьем. И... Такая вот история у машины. Сейчас она будем... долгое время постояла в гараже, да, неплохо сохранилась. Так что... Для ее года, это 79-й год. 41 год сейчас. 41 год, она уже в возрасте, дама. Дама в возрасте. Все, мы сейчас что будем пытаться отсюда выдернуть, накачаем да, колеса. Да, еще девочка, ё-моё, муха да. Не сидела, смотри, блин. Если и сидела, то в тапочках. Да, да, да. Да, короче, сейчас что, мы постараемся накачать колеса, всю вокруг уберем и вытащим ее отсюда. Представительский, ну именно официально S-класс, эта тачка стала первым, да, этот кузов стал первым. Эта машина выпускалась с 72 по 80-е годы. Да, в этом кузове. Дизельный мотор на ней выпускался с 78 года. Здесь М110, 160 лошадиных сил. Сука, на ней пыли, посмотрите просто. Это еще этот. Ну вот, протирал он тряпкой мужик, который смотрел. Просто он говорит, типа, о, крышка, наверное, миненная. Я говорю, нет, крышка оригинал должна стоять, это же родная. Он потом поп говорит, а, лаком лес. Вот, видишь, удар когда был? Да, это вот они замазали, подевали, да, поэтому эту дверь поменяли вот за это. И вот ручка, видишь, вот. И ручка, вот ее прочесали, дали, что ли. Ручка ушла. Ну, нам нужно будет заднюю дверь еще. От нее. Вот эту вот. Вот поэтому мы поменяли. Без косяков не стали. Это девочка. Они поначалу замазали там попытались. Но... У нас есть красные двери. Береберда Серега получилось. Это... Часто. Вот это двери из него родные. С-класс сбила туда-сюда. Тут не надо быть. А, Жень? Снял? Мне, а то, сегодня я не буду материться, чтобы ты опять не запикивал. Не, Аиста нету здесь просто. Давай Аиста привет, передам, будет смотреть. Блин. Аист, брат, тебе удачи сдаваться в органы. Тебя нету, видишь, мои нервы спокойные, я не материюсь. Там есть место, не просто вот этот хром. Ну, Мейден. Что-то, что-то. Оригинальный штамп. Да, похоже на штамп. Да, пасочка. Да. Посмотри сюда, просто 79-й год, в каком состоянии салон. Подротые только сидушки. Даже люк есть. 79-й год. Причем электронный люк. Сейчас здесь подстелим, чтобы блин, не испачкаться, а то реально тут все. Такой пыли в грязи. Не хочется прям пачкаться. Скоро мы ее пригоним на детейлинг. К нам и будем ее вымывать. У меня уже руки чешутся просто. Два дня я сюда приезжал, просто, блин, и не спал из-за этого двое суток, чтобы начать эту машину делать уже. Вот так вот, так. Сейчас попытаемся на нейтралку сначала поставить. О, встала. Ты слышал? Ром, а. Сзади дисковые тормоза здесь стоят. Я знаю, да. Задние дисковые тормоза, 79-й год, вы представьте. Электронный люк, ГУР. Где у нас кнопка... поднятие ручника. Нет, тут скорее всего отжимать надо. Он не отжимается. Нет, тут он должен тут. Видишь, зажимается. Здесь должна быть эта обратная штука. Это. Нашел! Нажимается? Нет, он не нажимается, у него вот так вот. Такая штучка есть. А, нет, так же. Где?
Вот она. Я подниму. А, откидывается, да. А там он уже педаль, вон она, вон с левой стороны. Ага. Так, там ставится, а тут, кажется, да, раз. Получается, она качает. Мы сейчас будем пытаться ее выдернуть на спущенных колесах наружу и уже качать колеса там. Как-то так. Вы сейчас будете наблюдать величайший момент в истории. BMW будет вытягивать Mercedes. Это по-другому никак. Это как было, есть и будет. У нас есть еще один трос. Можем двумя тросами. Нет? Не-не-не, а сейчас мы его сделаем. Блин, я не знаю, мы его вытянем, нет, она, блин. Это будет жестко. Может подержать, чтобы натяжку, да, с сапухой завонял. Прикопался. Здесь, по-моему, стоит мотор М110, если я не ошибаюсь, но я читал так. Это М110 карбюраторный, карбюратор Solex, по-моему, опять же. Не буду умничать, но что вычитал, то и говорю. Карбюратор Solex 160 лошадиных сил. Вот, смотри. Просто, блядь, паутина. Здесь уже... Кто только можно здесь живут. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, у вас нету насоса? Насоса, колесики тут качают. Ой, такого нет. Нету такого. А этот электрический, он заложен в машине. Не, у нас есть он тоже, он не достает просто, не дотягивается до колес. Машину вытаскивает просто. Да, не можем. От машины до колес не вытягивается? Да, провод короткий. Понял. Чё, надо найти насос, мы не можем найти насос в поисках насоса, погнали. Может, кого-нибудь надыбаем насосик. А тут такими темпами даже эвакуатор не выкинешь. Здравствуйте. А вас скажите, пожалуйста, у вас есть насос? Это просто получается просто вставить. Прикуривайте, да? Желательно завести. Машину, да? Нет, это большое машину, спасибо. У нас выручили с насосом. Сейчас будем пытаться качать колеса, и походу еще эвакуаторщик мне звонит. Как раз. Да? Я так думал, что это он. Так, Женя, помоги мне, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Вы почти да. До самого конца доезжаете и налево заезд в кооператив будет. И сразу опять налево. И все, вы нас увидите здесь. Куча машин возле гаража. А вы через сколько будете примерно? Все, хорошо, давайте ждем выхода. Все равно нет у нас. Давайте. Ждем. Один час. Я сам в офиге. Качает, потихоньку идет. О, пошло. Пошло, да? Пошел процесс. Три насоса использует. Сейчас он принесет этот. Ну, а туда пригодится. Это вот убирать. Перед, да. Перед вон тот нам нужен большой. Потому что это можно дотянуть. Три насоса. Попробуем. Погрузить на эвакуатор, отвезти к нам в детейлинг-студию. И дальше мы будем делать в первую очередь на НИТО, заводить мы ее не будем. Поменяем масла везде, фильтра, посмотрим, что с карбюратором, свечи поменяем. И тогда уже будем пробовать только потом ее заводить.
Потом сделаем обязательно полную химчистку салона, потому что там просто ад. Сейчас мы выкатим, Женя все снимет, он покажет. Дубль 2. Давай дальше вручную, мы толкнем под дверь. Тормози, а ну смотри, отпусти. А теперь нас... Очень сильно доволен. Я 2 дня нормально не спал, чтобы вытащить эту машину из плена и вымыть ее наконец-таки. Это только будет начало. Сделать ей химчистку. Химчистку будет Сергей делать, у нас любитель химчисток, особенно с Артемом. Артем вообще обрадуется этой машине. Я за то, чтобы Артак делал. Артак? Артак это видео по-любому будет смотреть. Артак с Ромой, не? Нет, Артак с Артемом, они любители химчистки. Артак, это бутылку водки, 2 огурца и все, оставьте меня с ней на сутки. Я все сделаю. Это твоя фраза, Артак, мы помним. Как хорошо быть оператором, да? Да. Да подожди. Слава. Поехали. А, агентство. Ром. Слетаем. Еще рули. Я в ней еду. Окно закрой, чтобы пыль не попала, не дай бог. Ну что, мы наконец-таки вырвались с того плена 11-летнего. Сейчас мы его погрузили на эвакуатор. С горем пополам мы накачали на ней колеса. Сейчас приведем ее в студию, оставим ее, будем смотреть по факту, что с машиной. В ближайшие пару дней начнем ей заниматься. Сделаем ей ТО, в первую очередь. Везде масла, фильтра. И главное, мы ее помоем наконец-таки. Я говорю, 2 дня я не спал, я просто вот мечтал. Да, Серый, мы с тобой думали, когда мы сделаем здесь химчистку. Так что следующая серия будет именно об этом. Следите. Bye.
крутится, не пинается. Тормозов нету, аккуратнее. Мерседес это тачка. Хотя фанатен. Давай, еще. Стоп!